Привет, вы на моем канале Юлия Степлосибири, и в этом эпизоде мы завершаем нашу поездку в Австралию, останавливаясь в третьем городе Мельбурне. Две предыдущие части нашего путешествия уже есть на моем канале, можете зайти посмотреть и подписаться, если вы еще этого не сделали. Из Голдкоста в Мельбурн мы добирались лоукостером. На мое большое удивление, нас там даже напоили и дали печеньки, которые были очень вкусные. Весь полет длился 3 часа, Марта все это время спала, а я читала книгу. Первое, что поражает, когда ты выходишь из самолета, это то, что он прямо напротив аэропорта. То есть ты выходишь, проходишь пешком, и вот ты уже внутри. Сам аэропорт тоже крошечный. Все дело в том, что мы приземлились не в самом Мельбурне, а в городе Авалон, который был в часе езды от Мельбурна. Пока ждали багаж, увидели объявление SkyBus и поняли о том, что это самый быстрый способ для того, чтобы добраться в город. Специально выделенная линия автобусов за $25, билет на который можно купить в специальном терминале, который принимает только карты. Боже, храни австралийскую карту, которая уже не раз нас выручила. Автобус очень комфортный, мы ехали на втором этаже, там был даже бесплатный Wi-Fi, но, к сожалению, нельзя было кушать, поэтому еду Марты нам пришлось скрывать, но водитель все равно нас засек, потому что в автобусе было очень много камер. И сделал нам замечание. Пока ехали, смотрели из окна на город и жаждали с ним встречи, если честно, потому что Мельбурн не раз входил в списки лучших городов для жизни и занимал там первое место. В этот раз мы поселились в центре и, выйдя из автобуса, который останавливался на вокзале, пошли искать место, где можно было поесть, взяли шаурму и отправились с ней в парк для того, чтобы насладиться пейзажем, но на нас надвинулась огромная туча, поэтому мы запихивали шаурму в себя очень быстро и затем бежали до нашего отеля. Будет правильнее сказать, что это был не отель, а здание с кучей апартаментов. Так выглядел первый этаж, так выглядел вид из нашего окна. Скинув вещи и переждав дождь, мы отправились гулять. Сразу невольно обращаешь внимание на людей, которые тебя окружают, потому что до этого австралийцев мы привыкли видеть определенного внешнего вида, а здесь ты не можешь понять, кто откуда, потому что очень сильное смешение идет людей из разных стран, и из Японии, и из Китая, из Кореи, и ты даже не понимаешь, где ты находишься, потому что столько всего происходит рядом с тобой, и все такие разные. В этот день мы набрели на китайский квартал, который был рядом с нашим домом, большой торговый центр, и встретили вот такой красивый закат. Из новостей жизни Марты, ей очень понравилось катить коляску, когда она сидит в переноске, поэтому большую часть пути мы провели таким образом. Доброе утро из Мельбурна. Мы заселились вчера, провели здесь день, была очень дождливая погода. Сняли квартиру на Airbnb, возникли некоторые проблемы, с которыми мы пытались решить с хостом, но она предложила нам пожить с разбитой мебелью и купить губки за $2 самим, чтобы она потом компенсировала нам эти $2. Видимо, она думает, что так это работает. Вот такой получается у нас вид из окна. Сейчас я смогу тут открыть. Так, ну я просто до этого Лёшу открывала. Сука. О, сейчас, смотрите. Вот. Так себе, конечно, показываю. Здесь проходят рельсовые пути, поэтому достаточно шумно и, как вы можете понять по окнам, грязно. Но когда закрываешь окна, в принципе, нормально. Мы живем, можно сказать, в такой центровой развязке. Все в пешей доступности рядом. Сегодня мы отправляемся в музей Виктории, Национальный музей Виктории. Туда вход бесплатный, они работают с 10, и, судя по карте, нам туда идти примерно 26 минут. Вот мы вышли, идем. Несмотря на то, что мы жили в центре, было достаточно сложно найти просто кофейню, которая работает, потому что были рождественские праздники, и многие заведения были закрыты. Мы даже видели объявление, как кто-то закрывался до Рождества, числа 18 декабря, и открывался только 17 января. К слову о кофейнях, большинство из них также работает до обеда, до 2 часов примерно, и потом они закрываются. Дорога до музея в тот день была очень приятной, мы шли вдоль набережной. Рядом с музеем уже было видно, что там много людей, и первым делом мы обратили внимание на электронных голубей, которые были высажены, если так это можно сказать, вдоль дороги напротив музея. Они меня прям поразили, если честно. Потом мы такие начинаем заходить, и там второе удивление наше. Стоит специальная стена, которая... Очень тонкое стекло, по которому течет вода, с обратной стороны горит огонь.
Выглядит очень угарно, не знаю, насколько удалось передать с помощью камеры, но впечатление, еще когда ты не зашел в музей, который, к слову, опять-таки бесплатный, ты уже шокирован и уже любишь его всем сердцем. В общем, нам очень понравилось в этой галерее. Там были прям прикольные экспонаты. Особенно мне понравилась стена, где люди писали письма и их чувства к их матерям. Там вся комната была в этих записках. И люди постоянно что-то писали. Меня это прям сильно растрогало. После мы хотели пойти в ботанический сад, который находится рядом с галереей, но здесь поблизости ничего не работает из еды, а мы уже хотим обедать. Из-за праздников много заведений закрыто. Сейчас мы нашли автосервис совершенно случайно, где бесперебойно работает сигналка у кого-то. И Алексей пробует договориться с ними, чтобы они смазали нам коляску, которая очень плохо едет после песков Голд Коста. В этот же день мы отправились к океану. Ну, да, мы ожидали, что будет прохладно, но не настолько. Очень мало людей, мне кажется, буквально парочка только купалась. Многие загорали, но больше всего не понравилось, что было достаточно ветрено, то есть сильно не покайфуешь. Но мы были к этому готовы морально. Конечно, Мельбурн — это вам не Голд Кост, и поэтому весь балдеж пляжного отдыха мы испытали именно там. Мы, как родители года, потеряли обувь Марты в самом первом же перелете из Иркутска, и она у нас без теплой обуви, так как нам возвращаться в минус 500. Сегодня мы купили ей первые уги. Это самое теплое, что можно было найти для возвращения. Они были по распродаже, стоили $65. И женщина в магазине сказала, что Мартин размер примерно на 3-4-годовалого ребенка, что она слишком высокая для ее возраста и, видимо, для их размерных сеток. Погода неприятная. Пришлось одеть жилетку, и мы отправились в квартал граффити. Даже не квартал граффити, а CDC Lane. Если мимо проходишь, то можно посмотреть. А так, на мой взгляд, ничего особенного, просто граффити на стенах. Из интересных вещей, которые мы видели, это электронные ценники в магазине. В церкви принимают пожертвования без контактной оплаты. Зашли на Queen Victoria Market. Очень огромный рынок, где продается все от еды до носков. Много изделий ручной работы, много изделий из Китая. Мы посмотрели, но ничего не купили. Если ищешь какие-то сувениры или интересные штуки, чтобы привезти себе домой, то там определенно есть чем поживиться. Сегодня погода была намного теплее, но все равно ветер придает какую-то свежесть. Пока искали Марти памперсы, нашли магазин Daiso, где продаются всякие азиатские прикольные штучки. Это наш улов на сегодня. Еще из улова пару вещей из H&M. И пара вещей из очень странного, но прикольного магазина. Слишком близко, а улицу видно, если я отодвинусь. Сегодня мы ходили в Sea World и смотрели на рыб. Было там очень красиво. Много детей. Вход стоил $40. Сильно нам понравилось. Примерно час там провели. И он находится рядом с нами домом, с нашим домом. Это не важно, да? Сейчас сидим на улице. Мне принесли еду. Можешь показать, пожалуйста? Здесь мясо с каким-то соусом и рис. Салфетка грязная. А? Салфетка грязная и рис с яйцом. Не просто мясо, это slow-cooked wagyu. Slow-cooked? Wagyu. Slow-cooked wagyu. Вау. А ты пробовал такое? Очень нежно. Это вагю. Вагю. Да? Мы пришли в музей Мельбурна. Здесь две очереди на вход. Справа большая очередь на приобретение билетов, а слева вход в очередь, если вы уже купили их заранее. Здесь девушка нам сказала о том, что лучше приобрести онлайн, это быстрее. Мы не смогли купить через официальный сайт музея, видимо, потому что он перегружен, поэтому приобрели билеты через сайт посредника, где даже удалось заплатить российской картой.
вход стоил $15. Музей полный балдеж, нам очень понравилось. Там он сильно интерактивный, много интересных экспозиций, прям с историей. Видно, что чуваки заморочились. Очень интересные экспозиции с динозаврами. Офигительная, просто шикарная детская комната, в которой стоит очередь, где дети максимально счастливы. Если бы я была ребенком, я бы была точно так же счастлива, потому что она просто какая-то нереальная. Мы провели в этом музее почти целый день. И очень сильно понравилось, прям вообще такие приятные ощущения, и даже осы рекомендуют это место к посещению. Кстати, если говорить про ос, недавно Марту в палец укусила пчела. Мы просто офигели, не ожидали, просто гуляли, и она заплакала, а потом мы поняли, что у нее в пальце застряла какая-то иголка, и палец опух, с собой не было никаких антигистаминных. Мы добрались до дома, было прям очень страшно, потому что мы были минутах в 40 от дома, и на такси было бы ехать минут 20, поэтому мы прям побежали очень быстро, перепугались. Ну, это Австралия. Хотя, если говорить про живность, мы ожидали, что ее здесь будет больше. За все время у нас был опыт только с одним тараканом летающим, и все, пожалуй. Ну и вот оса. Типа, я думала, там змеи по нам будут ползать. И однажды к нам жук залетел в светильник. Но это все было в одном месте, на Голдкосте, поэтому, возможно, не так уж и страшно, да? В Мельбурне очень красивая архитектура, здания просто завораживают. Особенно в офисной застройке такие есть очень интересные решения, которые в обычной жизни не встретишь, хотя, казалось бы, они не такие уж сложные для реализации. Сегодня был разблокирован новый плюс нашего отеля. Это, короче, сауна и два бассейна в нем, а сауна вот с таким видом. Все. Опять сидим в том же районе, что и вчера. На фоне огромного здания Сен-Чендем, который напоминает больше скорее какой-то дворец, чем просто магазин. Сегодня на обед у нас были дамплинги и суп с говядиной. Сейчас планируем подняться на высокое здание для того, чтобы посмотреть вид на город. Погода шикарная, но немножко такой холодящий ветерок. Все. Поднялись на самое высокое здание. Вход туда стоил $72, но мы купили онлайн за 1000 рублей. Нормально так сэкономили, можно сказать. Там 88 этажей, и лифт туда поднимают просто за считанные секунды. Ушло туда, наверное, меньше минуты, чтобы подняться наверх. И вид с самой башни просто захватывает дух, что ж становится тяжело дышать. Кстати, по высоте это здание было как 2493 матрешки. А если говорить на языке австралийцев, 520 панд. На новогодний ужин у нас были колоссальные планы, потому что днем ранее мы обнаружили рынок, где было полно морепродуктов, и мы решили 31 декабря прийти на этот рынок, чтобы купить свежего мяса рыбного. Когда мы туда пришли, рынок закрывался. Мы не успели, наверное, минут на 30 точно. Обзор новогоднего стола. Здесь у нас сыр с хамоном, ягодами. Это рыба с креветками. Оливье, которые слепили из того, что было. Здесь всякие закуски. О, вот эти бобы опять, которые мы распробовали. И какое-то местное просекло. Кстати, если вы думаете, что это все неудачи, которые ждали нас 31 декабря, то вы ошибаетесь. Мы прочитали, что ожидается в районе, в котором мы проживаем, несколько салютов. Первый из них был в 9:30, поэтому спокойно в 9 с копейками мы вышли из дома. Идя по улице в сторону салюта, мы уже начали понимать, что что-то не так, потому что толпа за нами начала бежать, обгонять нас, но мы тоже ускорились. Шли-шли и пришли на площадь, когда салют уже закончился. В 9:35 все фейерверки закончились, поэтому мы, грустные, не увидевшие красоту мельбурнского неба, отправились на прогулку. Все сидели на побережье реки в ожидании Нового года. Ну а мы впервые в жизни проспали Новый год. Запускали бенгальские огни уже, когда на улице было светло. На дворе 1 января, и это наш последний день в Мельбурне.
Так как самолет сегодня только вечером, выселившись из нашей квартиры, мы пошли искать место, чтобы сдать багаж. Рядом с нами был вокзал, где было очень много камер хранения, но подходящего размера для нашего чемодана было очень мало. И все камеры большого размера были заняты. По воле случая, впереди нас в очереди люди не сдавали, а забирали багаж, поэтому нам удалось за $20 на сутки сдать свой багаж и запихать туда еще 2 рюкзака и сумку Марты. Последний день мы проводим у океана. Погода очень бархатная, в джинсах даже жарко. Резюмируя Мельбурн, мы, если честно, не поняли прикола, почему люди так любят там жить. Там достаточно приятно, но холодно. Я не представляю, как жить в таком ветре, при том, что мы были в летний сезон. Если же говорить о самой Австралии в целом, то, несмотря на то, что мы посетили лишь малую ее часть, она произвела на нас прям самое приятное впечатление. Возможно, теперь для меня она на первом месте из всех стран, в которых мы были. У них очень много местно выращенных продуктов, которые продаются в супермаркете в большом количестве, очень все вкусное, свежее. Кстати, в супермаркетах есть специальные места, где можно взять бесплатные фрукты для детей. Детские площадки какие-то просто крышесносные. Во-первых, дети там бегают преимущественно босиком. Покрытие очень интересного состава, разноплановое. Много качель. Мест, где можно полазить, потрогать, пощупать не только детям, но и взрослым. Есть фонтанчики с водой, из которых можно попить, а потом помыть ноги после прогулки. Кстати, фонтанчики стоят повсеместно по всему городу, особенно в парках. Также в парках есть общественные туалеты, которые выглядят шикарно. Сюда по-любому хочется вернуться, но уже с машины, для того, чтобы посетить другие места, которые находятся вне города, чтобы посмотреть еще больше природы и насладиться этой красотой. Домой из Мельбурна мы возвращались через Пекин самолетом, который летел 11 часов. Китайские авиалинии просто лучшие в сервисе. Спасибо, что провели с нами эти 3 недели в Австралии. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, и до встречи в следующих эпизодах.